Нужно обязательно на максимальное время, которое вот для зимы хорошо и для лета. То есть, наверное, все-таки на зимнее расписание лучше всего. Так я понимаю, да? Да, я как бы уже и привыкла к этому времени, но мне было бы и то удобно. Мне все равно, например. А вообще раньше я была, конечно, против перевода. Постоянно менять, конечно, мы не хотели бы однозначно, но, возможно, на час назад. Хотя сейчас нам тоже хорошо. Мне подольше спать комфортнее. Соответственно, зимнее, да, я так понимаю? По природному, по нашему. Это по какому? Это по летнему. Вот эти вот все время смены вот этих времен, все равно они влияют и на погоду, и все такое. Так что вот как сейчас хорошо. Мне кажется, уже оставляем как есть, потому что, ну, как привыкли, наверное. Переживем и это. Перевести на 2 часа назад и все, на этом остановиться, как раньше было. Мне никакой разницы нет. Я и так чувствую. Не замечаю разницы. Сегодня у нас какое летнее вот? Да. Летний луч. Я привык. В целом, летнее время мы привыкли к нему, действительно. Мы уже привыкли к этому, зачем что-то менять. Но с другой стороны, а почему бы не поспать на часик подольше?